Дорога – источник повышенной опасности, жизни и смерть современного общества. К сожалению, в последнее время в районе наблюдается рост количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибают молодые участники дорожного движения, а порой и ни в чем не повинные. Со статистикой не поспоришь, она бьет. На общем фоне выделяется наше будущее, точнее те, от которых зависит оно. Переоценка возможностей, самоуверенность в себе и железном коне на фоне недостаточной подготовки и отсутствие опыта на первом месте среди причин ДТП у молодых водителей. Вопрос безопасности дорожного движения остается одним из главных для руководства муниципалитета. Так, на прошлой неделе по поручению главы Кашхабльского района Заура Хамирзова во всех сельских поселениях проведены заседания комиссии по безопасности дорожного движения. Мероприятие, проведенное Кашхабльским поселением, прошло в зале детской школы искусств с приглашением представителей духовенства аула Адыгахаса старейшины. Открыл работу комиссии глава поселения Хазрет Борсов. Ну, на сегодняшней комиссии один вопрос – это безопасность на дорогах местного значения и республиканского значения территории нашего района и в частности в ауле Кашхабль. У нас недавно произошла очень страшная авария, погибли два молодых человека. С начала года уже 6 человек погибло, это очень много, это молодые люди, которые только-только начали жить по 19, по 21 год каждому из них. Поэтому ситуация, которая сейчас складывается, не требует неотлагательных работ по движению наших, чтобы мы какое-то определенное решение мы приняли, какие видения у нас сегодня есть по этому вопросу, что можно сделать, что нельзя, как оберегать своих детей, как дальше жить. Поэтому вопрос очень серьезный. Пока каждого человека это не касается, не коснется, вроде бы, а это моя хата с края. Но не так, уважаемые. Вы должны друг друга ценить и уважать, тем более, что у нас столько людей погибает, что это же наше будущее. Как мы дальше будем жить, если мы будем терять для этих людей? Далее слово было предоставлено эфенди аула Кашхабль. Амирби Даутов в своем выступлении отметил, что главным учителем безопасного поведения на дороге для ребенка должна быть не только школа, но и в первую очередь его родители. Школа может лишь закреплять те навыки и устойчивые привычки дорожной безопасности, которые сформированы в семье. Ассаляму алейкум рахматуллахи. Мизаум пластам исайдам афзух. Новы. Мы здоровая губовочка выпхивальту в лирову шипсу. Мы где продолжаем я водителем в лирову жеву. Я ходу на оба оком дрипсасану. Это здоровая ваш яла. Сейчас исхвер яла храпи. Иди сабитика на атайзам кухоменула, кудрова кузинула. Сейчас я на то заумер, сеноба созрелся мгер, мы хадем хо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 х
Если надо, то жалко. И это его хава, и же хава. Депхова эсмера. Собитуку нова депахову. Ахр депхасуке. Гум эдиду вахатек. Эдиду вахатек. Кот мурял бы хипс. Кот икеуа. Дисабиха заработан. Уйрал бы жеу, где ходишет. Раши мага ходит. Мабыдай доуа. Милица лип, песен хуя, милица зарахон хуя, советом зарихон хуя, мотя шкодом зарихон хуя, шкодзера ахрдипшей тхан хуя, шкодзера ахрдипшей тхан, советом ахрдипшей тхан, зипшей тхан хуя, дипшей тхан, дюмна охоня, я даан хара дипшей синвера, перву очеду ахрра, но бы, увы, сабитык, машина ухопшал ху, Машины бывают скачуховые бу, чтобы это все такую кисельцы гинвы, вывыше гинвы, вызывало, трассом дальше, мол, у рика шохте, мы так выпаправодинам ходим, выпаправодинам ходим, что-то не вызывало, машины хазарахуют.
Машина бы я не давал. Я не говорю, сахани до сетмига, машина уже не роскошь. Говорим, я у машины необходимо сва, а у машины дезефондари, вызвали дезефондари, депсуху, депсуху не хочешь. А раз я лоха сау сапам не чел, что в вами раз, взяли, беди сабитри, кал, дамахума, Аллахам, бибау, афиш, Аллахам, дыхазюку. У нас вояжу, мы сапля габаху, сапля габаху, а раз, дисапихам, да, наши гугли, ты хочу, Аллах, мне сапхари, Аллах, 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 Данное мнение поддержал и председатель общественного движения АДГХ Кашхабского района Амин Непшикуев. Сабига зарисхам доктор Хорохова машина зачермис, машина зитуздема тизиша гузаху, кошхаблюштема, адрея коджаку, яку чуну свайгу, кошхаблюштема машина зимля паряхатеп. Джинапа тафеда ми сабизи квачу, нефе ми хунухурар, звадар, айп ахамап кичча, шинаху, чупа невичу тега юцау, Езжу, езжур, мухомсу, зуху, хогуш, мишнеху, машину тягушку, сдаку и сдашили, мсаужин, дастих, дастих, хогун тягуады, езжу, диев, дяжи, хапази, узавтачка и дагут. Та дяжи, марат, мухазару, уехал, нахуш, уху, зяхал, несхай, мара, нахуш, хайопсал. Та уреджи, невичахам, тибину машину, непочарисан, тафаду, арфак, твакта, тафаду, Убитупу дает тут ашина дебжата. Сочи харам арам памяти к Ленинам дей, дана мудра, вечно агоним дей, чалачи хабоков, чумаш тумас. Тазга хача машалах трезвуху, чалы уштикхуну, хасаналаз гату, гогунчи шинавузы петхари бакатр. Нахабам узявчады мфадиз дам мисорок тет, дана мфадизу чазегурар, Терезапи мерзгори, не псаха депу, баунаху тзгори, шапкарха, азапка бзетты сгочетро, цалин тухитка. Вот, джавада ответы какку. Значит, ефрадим Терезуху, амрюк, десалашты, вуна гопоцы кшежен баймир. Хабзим депу, ата ату, жалзжи машну калаучу, нарушение кафрегахма, асабима нарушение вассер, ятчу, зиткир ятияны кара, ятыр зиянеш. Пенсу кахар азгачар. Челячу, кин димсавого сомах с дичером, машина махачи, схане по гогну, пусти, пусти, ничего не хочу, я учил бы я. А не то уж ава, хотя бы гопс амаху, холос, я муху гоз, я хама, ты напад, я пхну, я не чита хайнап, шапку чита хайнап, хочу чита резаку, хотя да гуш ахачи фигу. А дыхахам ты разум шандал, я сабир, хотя утоп, его сын зарпаджу, зарджамату, зачем зади офта. Десятый сабиз гасыр жа телефон начать культура. Все, гогу запрещаешь, а как она? Удобишь, ами закихрып, телефоны митим, бегушипсы, телефоны митира, начатыр, джайку урара, ятыри, янныри, хабзыри, бзыпхари, адыга нашанныри, зачи джайя кушам. Та инды дыт я обумачу, мара адыга касым кратка поджаухам, адэсыр, анаха, уш оху, цифыз гадда узыда уху зачарасы, ау кодыгы. А что за хорошо, что я ахликаси, гундохуши, товарищи, офисом шакатме, Аллаха святался, он не переразговор, аспат, цифра, декши, сгора, кашмачи, шакари, чахопа, здешу. Каждый из участников заседания имел возможность высказать свое мнение, а также предложить алгоритм решения данной проблемы. Но все были едины во мнении, что смертность на дороге можно предотвратить только совместными усилиями и сообща.